Я родился в Джамбетинской район, сейчас Сырымский район. Совхоз Болдорта. Там окончил 10 класс. Потом армия 2 года. С армии вернулся, потом устроился на работу. Тогда завод был здесь. Завод имени Ворошилова. Сейчас Зенит. Да. Тогда был Климент Ефремович Ворошилов завод имени, военный завод. Я там работал токарем где-то 5 лет. Потом вернулся в свой родной поселок Болдорта. И там работал долгие годы токарем. Выключаем свет. В 2001 году пропал левый глаз. Потом в 2005 году правый глаз пропал. Сначала было очень трудно. Я не знаю, очень трудно, я не могу так сказать. А потом привык. Это от Бога, что я не специально, я не сам еще и брал. Я, некоторые с род рождения не видят, с рождения не слышат, не говорит. А я же раньше видел, работал. Да, она жена у меня из Красновска. Айганым. Айганым Уразовна. Айганым Уразовна. А дочек ваши имена вы мне назовете? Дочек ваших имена назовете вы? Мульдер. Мульдер Риза. Мульдер Риза. Ясно. А вот этот маленький. Айшат Айган Бахат. А как я поступлю, живет Карина маленькая. Что может? Да, у меня этот второй ребенок, когда я сидела вот, да, обслужки, ее вожу же, то, тоже ему оставляю вот эту колыбельню. Он, пока я приду, он этот колыбель сидит. Папа рассказывает, что да, рано все-таки вы без мамы остались, и что он даже сам готовил. Раньше, да, он готовил. А я помню, один раз этот рожки сварил и этот наверх ранетки поставил, чтобы там красиво было. А вкус, ну... Все, разнообразный был. Да, разнообразный был. Сейчас дает оптимизм, силы жить? Ну, назад же нельзя, то вперед. Макучатаватсамба. Ту, Искандер, Бархлаватов, Штывак, Петтам.